И вновь не пришли к компромиссу. В общественной палате региона областные чиновники и владельцы маломерных судов в очередной раз обсудили перенос стоянок с набережной Саратова. Напомню, работы по продолжению Саратовской набережной в настоящее время приостановлены. Мешают стоянки маломерных судов. По словам владельцев лодок, существует проект, согласно которому базы остаются на прежнем месте. Федеральное агентство водных ресурсов, уже федеральное, одобрило ввод третьей очереди в четвертом квартале 2016 года в связи с корректировкой проектно-сметной документации с включением лодочных баз и обеспечением спуска маломерных судов жителей города Саратова. По словам председателя комитета регионального капстроительства, вариант, о котором говорят лодочники, рассматривался, но одобрен не был. Не подходит также и проект с перемещением баз на площадку в районе улиц Большая Садовая и Вольская. Поскольку через несколько лет может возникнуть ситуация с дальнейшим продлением набережной, и опять возникнет необходимость с переносом стоянок. Поэтому остаются лишь ранее предложенные места – поселок Юриш и Зеленый остров. По мнению представителя лодочников Антона Гетманенко, власти обязаны оформить документацию и взять на себя расходы по переносу лодок и благоустройству территории. На это заявление резко отреагировал один из депутатов Гордумы. По словам Дмитрия Кудинова, у владельцев маломерных судов с точки зрения законодательства вообще нет права занимать участки земли на набережной. Словесная перепалка между оппонентами по окончанию заседания чуть не переросла в драку. Депутаты владельцы маломерного судна обменялись любезностями уже в коридоре. Конструктивного решения собравшиеся так и не нашли. Владельцы лодочных баз в ближайшее время планируют обращаться за помощью в решении спорного вопроса к губернатору области.